Анонс и точная дата выхода 113 серии турецкого сериала «Права на престол Абдулхамид». 113 серия сериала выйдет в эфир 20 марта. С русской озвучкой серия будет доступна через пару дней. Напомним, в предыдущей серии мы увидели, как правитель наконец-то смог окончательно определиться с маршрутом железной дороги. Густав был взят под арест, и он начинает придумывать способ для своего освобождения. Но Абдулхамид принял довольно строгое решение, и теперь Ахмед Паша должен будет понести суровое наказание. В этот момент Османская империя приближается к войне с Россией. Мактель совершает такой шаг, от которого привычная жизнь во дворце перевернется с ног на голову. Халил Халид пытается справиться со своей главной задачей, и скоро ему необходимо будет приступить к новой миссии, которую для него уже успел приготовить Абдулхамид. Халил совершает нападение на людей Халида и берет их в плен. Абдулхадир никак не может оправдать себя, из-за того сильно нервничает. Бидар не может смириться с тем, что Абдулхамид ее не простил, и она сильно страдает из-за этого. Помимо этого, теперь она разлучена с сыном, и это еще больше сказывается на ее сердце. Вскоре ей становится известно, что во дворец должен прибыть неожиданный гость. Гюльчималь не собирается прислушиваться к словам Блаватского и решает отправиться к Мехмету. Абдулхамид совершает шаг, после которого у Бидар появляется надежда. И может быть, он все же сможет ее простить. Напомним, 113 серия сериала выйдет в эфир 20 марта. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.